Здравствуйте, Тарас. Это видео про ваш одуванчик. Вот он установлен на мой тестовый объектив. Сейчас я продемонстрирую вам его работоспособность. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Одуванчик к вам поедет уже наклеенный на специальную полочку, на которую он клеится уже на переходник. Вот. Я надеюсь, что вы справитесь с наклейкой без проблем. Перед тем, как установить его на клей, уберите вместе наклейки одуванчика. Зачистите черную краску с обратной стороны переходника и наклейте одуванчик с полочкой на двухсторонний скотч. Проверьте его в камере, отметьте границы посадки одуванчика и потом только все дело обезжирьте и установите на клей. Ориентация, в принципе, так же, как на Гелиосе 81, средний контакт одуванчика. Второй справа или четвертый слева по красной точке на переходнике КПН. Ну, дополнительно я вам еще пришлю фотоинструкцию. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.